Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Так, всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Сегодня я с коллегой приехал. Будем рыбачить на ряпушку. И я обещал вам показать. Температура воздуха с утра 40 градусов. Вот. Вот привезли балок заранее. Поставили здесь. И сейчас будем пойдем на реку помечать место, где будем ставить сети. Река еще парит местами. Вот. Но с этой стороны предполагаю, что встала. Вот, потому что не парит. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Вот так через торосы потихоньку и пробиваемся. Коллега вон впереди идет. Вот так все замерзло. Вот небольшие лужайки есть. В основном все торосами. Нынче вот так вот. Те два года. Здесь вот полностью чисто замерзало. Одной плоскостью. А сейчас вот все в торосах. Я вот ветки тащу. Вон там тоже кто-то ходит уже. Вон. Надо пометить главное, где будем ставить сети, чтобы... Ну, обозначить свое место сетей. И рыба ловится на фарватере, поэтому идем вот туда до фарватера. Отошли от берега коренного. И уже метров, километр, наверное. Отошли. Ну, метров 700, может, 800. Так вот. Так, ну вот пришли мы на то место, мы почти на той стороне. Вон там ходят люди, вот, помечают, вот коллега ходит, отмечает, вот, нашли вот такие полянки, несколько штук. Раз, два, три, четыре он отметил, я там еще одну пятую тоже небольшую. Ну, нам для сеток хватит, у нас где-то 20 штук сеток. Вот. Сейчас вот затруднительно пока туда пройти в центр, потому что вот сейчас шел. Все трескается, все трещит. Лед сантиметр всего. Вот. Ну вот где торосы, тут нормально подмерзло. Сейчас воткну этот ветку здесь, чтоб как сигнал, что мы здесь уже заняли эту полянку. Сейчас я вам покажу примерно, как это будет. Камеру поставим куда-нибудь. Только ночью стал, блядь. Поэтому вот. Вот-вот, буквально ночью. Давайте там пойдем отметим те вот эту мульти полянки.
Вот эту полянку бы отметить. Так. Так, давайте сейчас эту полянку отметим. Один какой-нибудь подлиннее поставим, надо, чтобы издалека видно было, что тут типа забито. Меня смущает только вот это. Ты черт, опять под ногами лопается лед. Давайте посмотрим, сколько здесь. Как будто толстоват, но все равно пока не охота туда заходить. Давайте здесь отметим. Вот такая полоса идет вот. Здесь придут другие, отметят, будут рыбачи. А мы тут поставим пометку. Кусочек тряпочки воткнем туда. Вот так вот. Все в торосах. Все в торосах. Чуть-чуть пройдем сюда, ближе к центру.
здесь уже потоньше лед. Вот, нормальненько идем. Еще вот эту полянку всю сейчас захватим. Коллега сам тоже там не заходит глубоко, хоть он и меньше меня. Чуть-чуть зайдет, поставит, чуть зайдет, поставит. Вот эта палка длинная, ее можно на два растянуть. Опа, опять под нами треснул. Ладно, дальше не пойдем, значит, не иди дальше, говорит. Река мне сама подсказку дает. В Якутию реку, озеро называют Эбя. Это значит как бабушка. Уважительно. То есть много лет ей. Поэтому ее Эбя называют бабушка. Ну вот видите, бабушка мне сама подсказывает. Дальше не иди. Хватит. Нужно читать просто, научиться все эти подсказки. Да это и без этого понятно. Чуть-чуть пройдем, сколько сможем. И вот к нём. Ладно, хватит. Солнце выглянуло, немного потеплело, как будто градусов 30-то уже, 35-то стало, наверное. Зачистим нож. В этом месте река еще не замерзла. Можно посмотреть, как она открытая лежит. Сейчас покажу. Вот мы тут ходим. Вот она парит, лежит. Люди уже стоят, подстали. Вон ходит. Сзади вон тоже идут. Вот Василий Гаврилович приехал, напарник наш, и растопил балок уже. Сейчас будем греться. Ребята уже заехали на снегоходах. Вот, первые экстремалы. Сейчас мы чай попьем, наверное, тоже поедем завозиться. Вещи, наверное, поближе туда подвезем к месту. Ну вот мы и поехали до нашего места, где мы ставили пометки. Вот снегоход. Вот.
Напарник вон идет. Большие торосы ломает топориком. Я еду. Вон сзади за мной едут напарники. Я им дорогу делаю. Немножко поснимаю, если получится. Бурка красавчик, полтонны груза довез. Во-первых, сани сами тяжелые. Во-вторых, тут и сети, и там вот груза в основном лежат. Вот. Полностью все, груза. Ну вот, в один раз за всю дорогу катки перекувыркнулись, их поправил. И все, в принципе, не застрял нигде. Ну то, что там технически застреваешь, это ладно так. Над между торосами пробуксовываешь. О, смотрите, как сани изнахрачивают лед. По нашей дороге уже вот начали заезжать вовсю снегоходы. Но мы натоптали и нормально. Ну что, напарники изъявили желание поставить сетку. Сейчас они придут, решим, где поставить. Кинем, наверное, сетку на 55 или на 60. Посмотрим на омуля возвращающегося или еще какая-нибудь рыба. Да любая, муксун, там, чир, что угодно. Что попадется, как говорится. Пол дела сделано почти. Завезли бутер, первые сети. Сейчас будем делать установку. Ну и завтра, послезавтра уже начнется конкретная рыбалка. Так что продолжайте смотреть. Короче, тут зарядили одну сетку. Вот. И завтра проверим, что на ней попадется. Так, здесь установили еще одну поперечку. И сейчас на ряпушку еще закинем, наверное, несколько сеток. Если успеем. Солнце еще высоко. Перебор. Слишком длинный. Вот так устанавливается сеть на ряпушку. Высота сети 4 метра. Длина около 15-20 метров.
Значит, ячья на 35. Это один человек может устанавливать или двое. Вот. Ну, потом в ходе рыбалки вы увидите. Опускают один конец в прорубь, и она под течением начинает сама уходить. Вот, Василий Гаврилевич. Немножко у него этот запутался. А сейчас я им подам. И с одной стороны только вот груз. Она получается вот висит по течению. Сетка будет висеть. Будем надеяться, завтра улов будет на этой сети. Пошла глубина около 10-12 метров. Вот не дошло чуть-чуть. Через насколько? Запас тенгох. О, нагатар! Веревка чуть-чуть у нас до дна не достала. Поэтому ее сейчас увеличим. Лобль бетом где? Потом вот такие льдинки подкладываем. Все. Всем спасибо. Такая быстрая установка. Сетки. Процесс очень быстрый. Основное время занимает проверка сетей. А установка очень быстрая. Посмотрите, видите, она сама под своим весом начинает уходить. Сетка. Сетка уходит. Совсем слабое течение здесь. Так, пока они опускают, мы привяжем. Мусторон. Робчик. Итак, сегодня поставили 3 сетки на рябушку, 2 поперечки. Завтра будет проверка и дальнейшая установка сеток на рябушку. Посмотрим, что получится поймать. Вон там возле нас мужик один будет рыбачить тоже.